моему сигналу врубить выключатель, понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Cheat activated. Cheat activated. Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. В Т6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульма, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортир очистить. Да, товарищ генерал-ресурс, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Артём, с тобой все в порядке?
Прекрати огонь. Это бесполезно. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит, его кто-то метнул. Боже, вон! Что уже нюх отбило? Это от твоих шуток.